конечно, очень круто было. Я в последнее время просто вообще обленилась. Я же беременная. И поэтому я перед раздесом просто вот так лежала постоянно на кровати. Рома, принеси мне это. Неси мне то. И вообще мне было лень все делать, и просто я приезжаю на трездес, а там вот этот движняк, и все носятся, вот эти корейцы, и просто как-то вот это вот, надо войти тебе в этот ритм, а я не могу, и у меня вот физически было очень тяжело, духовно тоже первый день прям очень тяжко было как-то. Вот, и потом уже на второй день все, мы раскачались как бы, и реально просто было очень круто видеть, как эти люди служат, как они носятся, как они просто, ну это реально просто тебе заряжает, когда ты видишь, просто для меня они были таким очень крутым примером. И во второй день тоже очень хотелось спать уже, и там была какая-то лекция, а у нас почти после каждой лекции было восхваление, хвал я почти не знала, мы наизусть все учили, ну короче, было так немножко тяжело. И вот опять там идет лекция какая-то, и я вот засыпаю, а после этого мне надо проснуться и опять вести восхваление. И я такая, блин, господи, ну так тяжело. Типа, дай мне силу, что мне вот делать? И я вот уже засыпаю, и мне приходит такое видение, как что мы начинаем восхваление, и просто как такой свет изливается просто через нас вот так на всех людей и просто наполняет всех любовью, и просто такое ощущение тоже, вот такое прям тепло, свет, и прям все такие радостные там начинают прыгать и ликовать, и все, и я просыпаюсь, и оп, ладно, все, я поняла, для чего мы это тут делаем, и как-то я это так в духе пережила, что у меня просто появились силы, и потом тоже все это классно пошло, вот, и, ну, в общем, круто было там на трездесе, всем советую. С Оксаной тоже говорили о том, что чтобы служить, важно тоже духовно быть хоть как-то готовым, потому что когда, если ты не в духе приезжаешь, то тебе реально прям очень тяжело, и в первый день начинает все из тебя вот это лезть, но прям классно, мы так очистились от всего ненужного, появились силы теперь как-то больше служить, действовать, поэтому да, слава Богу. У нас обед, а потом библейский. Да. Это потом.